На! Готов! Ой, я не думал, что все так обернется. Вы наконец-то убили его. Вы действительно убили его. Это здорово. Смотри, ребята, мы реально его убили! Опа! Дверь появилась. Мы сейчас с вами берем что? Ключ и карту. Да, ее нету. Ее нету. Вот это. Всем привет, друзья. С вами как здоров. И добро пожаловать снова к Миссис Лимон. И я реально не думал, что эта игра меня настолько затянет. Мы продолжаем с вами открывать секреты, получать новые концовки, а также я читаю ваши комментарии. Вы писали, что для того, чтобы мне пройти все концовки Миссис Лимон, нужно убить мистера Томата. И еще попытаться пройти мистера Томата на хорошую, на плохую концовку, на секретную. Короче, ребят, сегодня мы этим займемся. А еще проектом Ураборосом попытаемся полностью его открыть. Поэтому, ребят, обязательно ставьте лайкусики. Не забывайте подписываться на канал. А мы с вами погнали. Смотрите, я закупил все предметы у Миссис Лимон. Для чего? Для того, чтобы получить, ребята, максимальную пользу от артефактов, чтобы сейчас мы с вами залетели к мистеру Томату и получили максимальное количество, ребята, возможных очков, купили нож и завалили его, потому что вы сказали, мне нужно именно это сделать. Да-да-да, здорово, дружище. Как видите, у меня сейчас ничего нету, ребята, и давайте выполним задание мистера Томата. Здорово! У меня уже прокачанный, ребята, миксер. То есть, видели? У меня уже крутой миксер. То есть, по идее, я могу получать крутые, ребята, поинты за его кормёж. Лимон, да. Давай. Короче, нам нужно 5 сотен. А, пончик. Это все легко. Смотри. Салями. Когда он начнет смешивать, будет круто. А, рыбку. Давай, давай. Он наеденный, он отлично покушал. Теперь, ребята, делаем то, что я хотел. Мы покупаем с вами нож. Вы сказали, я должен завалить его ножиком. Я только что купил его. Заходим в игру. И теперь должны переключиться на нож. Как только он что-то захочет, мы сразу его... Ча! Так, подожди. Где мой нож? Кстати, у меня есть фонарик. На! Готов! Ой, я не думал, что все так обернется. Ты либо намного умнее, чем я думал, либо ты такой же монстр, как и я. На данный момент ты победил. Поздравляю, ты закончил игру. До свидания. Пока. Он просто упал? Все? То есть можно было просто купить ножик за 500 поинтов, и он умирает? И что произойдет? У нас вот эта ручка, которую мы играли в прошлой серии, и игра закрылась. Игра закрылась. Кстати, я разобрался, что делать с вот этими файлами, ребята. Я разобрался, что с ними делать. Так, сейчас попытаемся зайти в Миссис Лимон. Что будет, если мы зайдем в Миссис Лимон? Вы сказали, если я его убью и зайду в Миссис Лимон, то появится новая концовка. Да. Да. Этого не было! Этого не было! Вы не обманули меня! Что это? Вы наконец-то убили его. Вы действительно убили его. Просто потому что... Это здорово. Это очень здорово. Благодаря вам я смог наконец поглотить ее. Ее отчаяние было таким прекрасным, таким невероятным. Я Короче, она благодарит свободен. То, что мы убили его. Пустота — это просто невероятно, не правда ли? Бесконечная пустота из ничего. Здесь даже время прекращает свою силу. Здесь нет ни чувств, ни смерти, ни жизни. И теперь она наслаждается пустотой? Только пустота. Только одно бесконечное мгновение. Только мои мысли, которые вы можете услышать. Давайте наслаждаться Давай этим моментом. Давай вместе наслаждаться тишиной. В полной и тишине. И долго она вот так будет? Ты не можешь выйти из пустоты?
В смысле, эй? Эй, а как мне... А как мне это закрыть? Оно не закрывается! Оно не закрывается! Оно не закрывается! Я пытаюсь выйти... А как? Как? А, Alt F4. Нет, Alt F4 все-таки помогает. А если я опять попытаюсь открыть, получается все? Оно постоянно? Да, оно постоянно говорит, ты не можешь выйти. Нет, я могу выйти. Alt F4. А что будет, если я зайду снова в Мистер Томата? Он там будет или его там не будет? Смотри, ребята, мы реально его убили. Юкипи, ты это сделал. Офигеть. Просто все, похоронили Томатика. Просто все, похоронили Томатика. До свидания. Когда Томатика больше нет. Кстати, ребята, с вот этими вот Data Recovery модуль, я разобрался, что делать. Короче, смотрите, мы с вами заходим в проект Ураборос, который мы с вами открыли еще позапрошлой серии. И тест субъект инфо. Так, второй субъект. Да, мы открыли полностью, ребят. Подожди. Генеральная информация о миссис Лебонгс. Короче, я еще научился делать перевод. Вы можете вместе со мной посмотреть, что это означает. Если мы вот так вот делаем, мы можем, в принципе, смотрите, просто прочитать, ребята. Ее истинный облик и личность. Основная часть была адаптирована под Фрукт, чтобы упростить структуру внутренностей. У нее много личностей, которые живут внутри нее. Не удается проглотить код сосуда. Способности неизвестны. Уровень управления системой 5. Это только начало. Это Лимонс. Дальше Ламия, которая, помните, нас убивала. Это Ламия, которая нас убивала. Можно тоже сделать перевод этой штуки и почитать. Одна из ее личностей появляется, эта личность вызывает небольшую мутацию основного тела, заставляя ее кровоточить, любит кровь и пытки. Именно поэтому она так известна, как королева-королева или кровавая королева. А, кровавая королева. Условия запуска раздражения основного органа, способности, постоянная метка. Любые раны, которые наносит эта личность, будут одновременно существовать во всех реальностях. Даже после путешествия во времени раны все равно останутся. Офигеть! Это была Ламия, Лореаль, которая у нас... Если не ошибаюсь, безумная, что ли. Так, подожди, я сейчас хочу перевести Лореаль. Что это означает? Лореаль, одна из ее личностей, у которой эгоистичная натура и невероятные способности, которые она использует только для собственной выгоды. Из-за этой индивидуальности основное тело практически невозможно уничтожить. Условие запуска проявляется только тогда, когда основное тело вот-вот умрет. Это когда мы нож, что ли, воткнули в нее? Да, это нож, когда воткнули. Это такая серая была в прошлой серии, когда много универсальный контроль реальности. Это личность способна изменять реальность на любую другую, существующую в данный момент, в любой момент времени, кроме того, это изменяет реальность только для выбранной цели, оставляя эпоху в предыдущей. Боже мой, с ума сойти. Это Люксия. Подожди, это Лореаль. Это Люксия. Вы помните Люксия, которая с нами играла как в Сансе, ребята? Мини-игра, которую мы проиграли. Одна из ее личностей. Появление этой личности вызывает небольшую мутацию основного тела. Исчезает, когда основное тело устает. У нее невероятно опасные глаза. Условия запуска. Основной корпус скучен. Око воли. Это личность может заставить любое существо двигаться против его воли. Да, она двигала мою руку. Глаз стремительно. Эта личность может мгновенно переместить любое существо на небольшое расстояние от его предыдущего местоположения. Офигеть. И вот, Лилит. Это последняя сущность, ребята, которую мы вызвали сегодня после убийства мистера Томата. Одна из ее личностей, единственная личность, которая способна вечно сохранять контроль над основным телом, появление этой личности превращает весь сосуд вокруг нее в бесконечную пустоту. Так, бесконечная пустота в этой бесконечной пустоте, где никто, кроме Лилит, не может двигаться, дышать, умирать, слышать, расти или говорить. Просто офигеть, ребята, это просто жесть. И еще, вот эти заметки, которые мы с вами находили, которые мы должны были вводить, мы, кстати, я разобрался, что с ними делать. Смотрите. Допустим, Data Recovery модуль 11.0.51. Я понял, как нужно открыть эти файлы. 11.11.0.51. Опа! Получено! Получено, ребята! Я разобрался. Персональная надпись. Подожди, а где это у нас? Где эксперимент? Вот, эксперименты. Эксперименты. Мы их тоже можем перевести. Что это за эксперименты и что они вообще делают? Нафиг они нужны? Что происходит в этих... О, попытка номер 4. Судно успешно пробудилось через 3 часа 44 секунды. Сосуд сознания. Короче, здесь разные эксперименты над вот этими лимоном и лимонесом, насколько я понимаю. Так, мы открыли одну штуку, Data Recovery. Дальше мы открываем вот эти файлы, которые у нас есть. Recovery 11.782. Так, подожди.
11 782. Не работает, подожди. 32 479. Подожди, 32 479. Проверь. Хорошо. Еще одну штуку мы открыли. Может быть, там было по очереди просто вводить некоторые. Это у нас получается записи. Еще один экспериментальный лог. 21 980. 21 980. Хорош. Еще одну мы разблокировали. Я теперь понял, как это работает. Персональные записи. Опа, опа. Marine is dead. А это что такое? А это что за запись? Такого мы не видели. Такого не видели. Давайте переведем, что это такое. Итак, морпеху стало хуже. Я как ученый начал разработку нового лекарства. Если существующее лекарство не сработает, я разработаю свое. Разработка идет хорошими темпами. Иногда по выходным хожу в бар, чтобы похвастаться Себастьяну своими успехами. Себастьян. Кто такой Себастьян? Постоянно говорит об этой девушке. Оказывается, ее зовут Луиза. Это настоящее имя Луиза. И она учительница начальной школы. И каждый день она ходит туда, чтобы поболтать с ней. Когда расспросил ее более подробно, я понял, что это та самая Луиза, которая раньше была моей помощницей, насколько мал этот мир. Наконец, я дал ему пару советов о том, как доставить ей удовольствие. Я работал с ней долгое время, и я точно знаю, что она не обратит никакого внимания на такого обычного дурака, как он. Это Луиза! Ребята, ее зовут Луиза. Точно, офигеть. Тест объект инфо. Экспериментальные логи. Еще одна вероятная концовка. Вы написали, что я убил миссис Лимон, используя нож. Но у меня на столе лежал череп, ребята. Теперь черепа у меня нет. Вы сказали, попробуй убить ее, используя нож. Но на столе, чтобы не было черепа. Я только что у мистера Томата заработал денег. Купил себе нож. И геометрия. Поехали. Я беру этот нож. На! Без черепа! Что произойдет? Вы, мягко говоря, старались. Ты пытался. Но вы не можете убить меня каким-то случайно найденным куском металла. Не может не сделать. Понимаете? Это абсолютно ни к чему не привело. Честно говоря, я не знала, что вы планировали убить меня или что-то в этом роде. По крайней мере, теперь я знаю, какой вы ужасный человек. И вы вызываете у меня отвращение. Я позабочусь о том, чтобы вы больше никому не причинили вреда. Проваливайте. Чтобы ты больше никому не навредил? Что? Она меня выгнала? Подожди, я не смог ее убить. Она меня выгнала. Я попытаюсь сейчас зайти. Block it. Get lost. Уходи. Прикиньте, ребята. То есть мы не смогли ее убить, потому что не было черепа. И она просто нас... Я не хочу тебя видеть здесь. И он тоже меня не пускает. Они сговорились, и они меня тоже не пускают. Короче, ей придется заново проходить. Не получится хорошая концовка. I want a cucumber. Почти, ребята, две ошибки. I want a... шоколадный коктейль, наверное, он захотел. Я не знаю. Да, не угадал. I want to eat fried fish with salad. Угадал. Салат и рыба. Рыба обычно здесь. Угадал. Да, угадал. I want some ice. Лед. Прикинь, две ошибки всего. I want fish. Две ошибки всего. Что? Поздравляю. Ты почти закончил игру. Что? Хорошая работа, но недостаточно хорошо. Это не все? О, не волнуйся. Твоей души мне будет вполне достаточно, чтобы не обращать внимания на твои ошибки. А теперь и на тебя. На меня. На твою душу. Что? Что это такое? Это босс-томат? На тебе, яд. А что ему нужно делать? На тебе. А его нужно... Нужно ядом убивать. Его... А, нельзя, чтобы дошло 10. Нужно кормить его чем-то. Подожди. На тебе. А, сбрасывать можно. Так, подожди. Подожди. Нельзя... Нужно, короче, его... Я не знаю... Как это сделать? Ядом мы его убиваем. Ядом мы убиваем, но вот это ангер. Я помню, что если разлиться 10, это мне конец будет, да? 5. Подожди. 5. 6. На клубнику. 1. Хорошо. На тебе яд. Битва с боссом, ребята, жесткая. Против томата выскочил. На тебе. Жри яду. Ты как этот Хуан. Хуан, ребята, красный Хуан. Мы его ядом тоже кормили. Так, давайте на 0 сбросим. Так, тихо. Ангер 1. Давай. А сколько у меня есть времени?
Еще больше. Три урода. Ой, три ангера. Так, давайте. Больше пол хп снесли. Фига себе, зон долбит. У меня сейчас наушники просто лопнут. На тебе. 5-5-5-5-5-5-5-5-5. Давай. На 6. Так, нужно покормить ее чем-то хорошим. Да, пончик, пожри. Пожри, сбросили. Больше пол хп нету. Урон продолжается доноситься. 3-3-3. Он опять злится. Быстрее. Музыка утихла. Или что? Или мне кажется. На тебе. 5-6. На яблоко перекуси. Яблоко. Давай. Немножко остается. Треть хп остается. Поехали. 3. Давай, 4. Чуть-чуть остается, буквально несколько раз. Так, подожди, 5. Я наверняка сейчас покормлю его. И 6. Подожди. На! Получи! Что это? Ты победил. Это глич-томат? Вы видели? Это глич-томата? Игра сама перезапустилась. Магазин. Я могу снова зайти в игру. Его здесь нет. Томат исчез. И что будет, если я зайду вот в миссис Лемон? Она меня пустит? Я же победил миссис... Опять эта концовка, где она превратилась в Лилит. Да, короче, не хочу тебя слушать. Она сумасшедшая. Так, Лебо, так, у нас три неправильных. Мы даем ему еще одну конфету. У нас еще одна конфета остается. Delicious. Конечно, delicious. Давай, дружище. Последний вопрос. I want pepper. Ребята, ноль ошибок. И перчик. На, кушай, все. Okay. Хорошо, все. Вот и все. Большое тебе спасибо за помощь. Ты сделал все идеально и в точности, ага, так, как я планировал. К сожалению, ты мне больше не нужен, я так прошел. Как ты уже завершил свою работу. Без ошибок. Но я не оставлю тебя ни с чем. Сюда. Я только что создал файл на твоем компьютере. Я положил туда и нашу текст, который нашел в коде игры. Он для меня бесполезен, так как я не могу его прочитать. Он дал мне код? Может быть, он тебе нужен? Я бы все равно его удалил. А теперь убирайся и никогда больше сюда не возвращайся. Выходи, больше никогда не возвращайся. Ребята, смотри, что это такое? Что это за... Смотри, вот этот файл, ребята, мы сейчас будем в Ураборосе его Что это такое? Я не знаю, что это за файл. Короче, сейчас мы с вами в Ураборосе будем пытаться разгадать этот файл. Бесполезный текст. Мне дал его мистер Томат. Мы прошли его полностью. Кстати, что будет, если я зайду мистер Томатом? Он здесь будет вообще или нет? Мы прошли его безошибочно. В магазине можно купить что-то. Я нажимаю играть. И что? Кухня пустая. И я не знаю, что делать. Вот мы пришли к нему на кухню. Его здесь нет. Он мне дал код. Что мы должны с ним сделать? Может, я не знаю, посидеть, подождать. Что? Вы забыли, что я вам сказал? Что? Не возвращайтесь. Я сказал, не возвращайтесь. Никогда больше. Я был так добр к вам, а вы проигнорировали меня. Я думаю, у меня нет другого выбора. Офигеть! У меня выскочил новый файл. Вот сейчас. И this game longer belong to you only. Что это означает? Что это еще за один файл мне дали? Подожди. Миссис Лимон, здравствуйте. Он мне какой-то файл, я не знаю, какой-то зашифрованный файл для чего? Welcome to my game, player. Ага. Ничего нет у нее здесь. Подожди, мистер Томат. Томат, мне кажется, меня больше не пустит. Мы только что увидели еще одну сущность мистера Томата. Здесь просто темно. Теперь здесь просто черный экран. Мистера Томата здесь больше нету. Выйти легко. Проект Ураборос. Так, подожди. Сейчас мы должны посмотреть, что это был за тип, который только что выскочил.
Субъект инфо. Так, мистер Табат, Soul Eater, Devour. И вот, вот этот, это кто? Ты кто такой? Форм инфо. Давай почитаем, что это такое. Искаженная форма. В этой форме он может полностью контролировать систему. Из-за чрезмерного поглощения неконфликтного кода судна он быстро погибнет и сольется с судном воедино. Условия запуска. Чрезмерное поглощение неконфликтного кода судна. Полный контроль. Витарфобия способен полностью контролировать систему. Что? Я уже 3 часа пытаюсь пройти эти 999 поинтов. Вы сказали, что мне еще нужно купить карточку. И у меня не хватает, ребята. У меня не хватает. Просто пипец. 8 поинтов. Мне нужно заново проходить, потому что следующий раунд последний. Мне заново нужно все. Боже мой. Короче, ребята, я это сделал, смотрите, 999, и я смог купить, ребята, я смог купить, только я не помню, я положил ли я ключ ему на стол, ребята, потому что нужно проверить. Да, все, отстань. Короче, теперь наша задача пройти мисс Лимон, потому что вы сказали, нужно пройти, чтобы ключ лежал у него на столе. А мне нужно купить карточку за 999 и все это дело пройти. Короче, ребят, у нас сейчас все по максимуму. Есть ключ, он куплен. Я купил все артефакты, ребята. И мы теперь можем попытаться пройти ее на хорошую концовку и зайти в секретные двери с вот этой карточкой, которая у нас есть у мистера Табата. Ну что, готовы? Поехали. Итак, последний вопрос. Геометрия. И здесь, в принципе, не важно, сколько я отвечу, потому что здесь, скорее всего, 14 или 16. Где есть запас ответа? Ничего страшного. Нет у меня ошибок. Ни одной ошибки. Я прошел игру. У меня есть ключ. И у меня есть карта. Что мы с вами делаем сейчас? Она меня выгоняет, потому что нас больше здесь нет. Мы сейчас идем к Табату. Забираем ключ обратно. Да, рассказывай там на все это. Короче, вы сказали, что если зайти вместе с картой, вот когда в секретную дверь, можно, ребята, кое-что здесь узнать новенькое, офигенно, крутое, то есть это еще одна такая полуконцовочка. Давай, все, пока, да, я тебя выиграл, я молодец, я лучший в мире, больше сюда не приду, конечно, я так я тебе и поверил. There are still a lot of people in the world whose abilities and knowledge I want to test. Да, я знаю, что я лучший в мире. Спасибо. Я 3 часа снимаю эту гребаную серию. 3 часа, ребята, я реально 3 часа. Да, все, пока. Она ушла. Это хорошая концовка. Мы сегодня получили хорошую концовку. И Табата, и ее получили хорошую концовку. Это просто, короче, жизнь. Все, она нас выгнала. До свидания. Табат, я к тебе иду. Так, игра закроется сама или мне нужно помочь ей закрыться? Алло, да, игра закрылась сама. Так, больше файлов нету. Мы сейчас быстренько залетаем к Табатику в гости. Мы сейчас заскакиваем, потому что мы у него должны кое-что забрать. Да. Здорово, дружище, здорово. Где мой ключик? Да? Все. Мне пофиг, что ты хочешь. Я забрал просто у тебя ключ. Я просто вернул свой ключ. Мы сейчас обратно идем к миссис Лимон. Заходим в комнату. И у нас в руках будет карта. Все, видите, миссис Лимон нету. Миссис Лимон нет. Все в порядке. Ее сейчас нет. Настоящее имя, как мы узнали, Луиза. Помните? Смотрите, у меня сейчас есть и ключ, и карта. Когда у нас есть ключ в руках, мы пишем на клавиатуре просто Луиза. Опа! Дверь появилась, ребята. Дальше. Мы сейчас с вами берем что? Ключ и карту. И мы сейчас заходим к ней, используя карту. У нас карта должна быть в руках. По идее, ее там не должно быть. То есть, в прошлый раз мы зашли, она была в этой комнате. Теперь мы берем карту и заходим внутрь вместе с картой. Она должна сейчас... Да, ее нету, вот эта штука, которую нужно было забрать, то есть мы еще в первой серии или во второй серии мы зашли, а вот теперь мы забираем секретный файл, по идее этот файл должен появиться у нас в Уроборосе, все, мы здесь больше по идее ничего не можем забрать, какие-то картины, какие-то что, не знаю, рука, и выходим, так, что у нас появилось, вот персональный документ, 22... 408.
Офигеть, 22408, что это такое? Что мы с вами только что дошли? Персональный документ, новый, у нас его не было. 22408, подожди. 22408, оп, хорош! Мы восстановили еще одну дату. Подожди, для игрока вот это. Что там, подожди, мы... Экспериментальный лог. Первый эксперимент, второй эксперимент, пятый, седьмой. Так, подождите. Тест субъект инфо. Тамацу, Литэ, Девор, Рекаламити. Это бы тоже все понятно. Это здесь так у нас доступ и не получен. Тот код, который мы видели на доске, 2384. Я не понял, вводили мы его. 23-23-84. Нет, этот код не работает. Видишь, этот код специально не рабочий. 23-84. Эти коды не рабочие, ребят. Короче, мы сегодня столько всего сделали. Я снимаю эту серию 3 часа по эту пашу. Поставьте лайкусик. Все, всем удачи. Покедова.